что? Можешь снять. Ваш тоже получает? Ваш тоже получает? Должен. Вот видите, вон он лазит. Неужели сейчас не видишь, что он полный? Сейчас не видишь, что он шевелится. Без микрофона слышно. Как они? Как хотите? Если работать 6 часов снаружи, то к концу такого интервала уже руки ничего держать не будут. Поэтому каждую тень запланирован отдых. Ну, какую-то мелкую работу разрешается делать. В том смысле, что не работать с мелкими деталями, это как раз запрещено, а делать некоторые такие второстепенные работы. Ребят, защита у нас ставится на тебя. Алло, Останкино. Вы еще пишете?